И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Режим у нас Afton Dinner. Как-то так называется, Димочек, поздравайся. Всем привет. Получается, называется ужин с Афтоном. Вот так да, вот. Да, ужин с Афтоном так и называется, Димас. Кстати, к нам уже люди даже зашли, представляешь? Это очень хорошо. О, сколько людей зашло, это подписчики, может, даже наши наполовину. Короче, здесь очень много пиццерий. У меня есть что? Что у меня есть? У меня есть фонарик. У меня есть нож. Чувак. О, у меня есть нож. Я буду тебя резать ножиком, э. О, все. Я могу клацать камеры, даже не быть в пиццерии при этом. Я вижу, что на сцене происходит. Ого, там движ на сцене. Это вы втроем там ходите? Да, да, да. Так, ребята, все, я теперь могу чекать и фонарик включать. Это очень классно. Так, я съел одного, Димас, просто сожрал. Он теперь со мной аниматроником будет, представляешь? Красава. Да, Димас, теперь я вышел на охоту за тобой. Ты меня не убьешь. Тут дети бегают. Кстати, closing time. Это что, когда все закрыто? Да, закрыта пиццерия, ты должен ее охранять, ты же охранник все-таки. Так я не в пиццерии. Я хочу быть в пиццерии. А где ты, Димас? Пропал. Я на карте FNAF 4. Как? Да вот так. Выходи оттуда. Во. Не буду. Ладно, я пока тут покушаю других людишек. Ой, ой. Как выйти отсюда, мужики? Так, а сколько ж будет закрыто? О, может уже открыть можно? Со мной какой-то плюшевый. О, все, Димон, девайс. Открываются двери. Так, так. Понял. Ай, блин, видео застрял. Ты телевизор заглючил, синий экран, ошибка. Так, все, Димас, пора бы уже и тебя навещать, а то... Не надо. Весело. Но у тебя в дому поинтереснее будет, я так чувствую. Так, надо фонарик убирать. Все, я пошел. Здесь самый Фредди получается еще. О, прикольно. Я такой иду, довольный такой, сильный. Сейчас Димаса пойду съем. Ты меня не найдешь. Посмотрим, посмотрим сейчас. Я буду если убегать. Я найду, значит, кто-то другой тебя найдет, представляешь? Нет. О, я это место вспомню. Так. Так. Как всё, выйти? Я в дом уже пришел. Какой дом? Ты уже что ли тут, а у меня? Да. Уходи. Во, это дом как этот. Это, кстати, попкорн и сериал из... сейчас вспомню. Sister Location, вот. Нет, ты не там, значит. Да, тут вообще класс. Телек тут есть. Димас, я тебя вижу. А, я застрял. Уходи! Уходи, Димон! А я ножик достану. Я тебя ножиком буду резать. А я тебя сожру. Да что ты делаешь? А что я ножиком не могу атаковать? Ты меня поломал. В смысле поломал? А все это масло вытекает, я немножко... Отвали, я тебя по голове буду топтаться. Да ты всю хату перезагородил. Сейчас, Димас, у меня реабилитация. Тихо. Сейчас я восстановлюсь и за тобой... Все, я за тобой побежал. Ты как в кейс Animatronics 2, да, восстанавливаешься? Да. Ты меня ударил ножичком, я теперь за тобой иду искать тебя. Давай только, Димас, по-честному, ты прячешься только в доме в этом. Хорошо. Давай. Так, я тебя ищу. Ну, Димон, я какаю! Ты меня так не убьешь, когда я сижу. Убью. Нет. А ну попробуй. Да я вот тебя съел. Да? Надо валить. Ух ты, нифига ты там нассал, весь туалет. Двери открывайтесь! Блин, я глючу за дверью. Хода тебе, ай, блин. Мы не можем вместе пройти просто. Так говнище. Я сквозь пузо прошел. Я хочу еще пойти в другую часть карты, я не знаю, как отсюда вы. Да что за говно? Ай, блин. Да что такое? Так, ну чё, тебе хана. Димон, как отсюда выйти? Это режим маньяка, короче. Да нафиг такие маньяки? Свет дали. Ой, все. Я спать. Все, давай. Уснул. Так, все, меня персонажика на другого, Димас. Есть, я на улице. Прогуляемся. О, тачка так, моя стоит. А теперь я возьму сейчас аниматроника, Димас. Ты должен будешь его увидеть. Это офигенный аниматроник. Так, камеры поклацаем. Сцена закрыта. Вообще класс.
О, а там Фокси пугает? Ходит. О. Димас, сейчас я тебе такое устрою, ты сейчас просто офигеешь. Не, не надо, я добрый. Все, я с тобой, я выехал уже. На чем ты выехал-то? На своих двоих. Я убегаю. Куда ты побежал? Ты меня не видишь. Ты в доме будь, понял? Не, я выбежал с дома, Димон. Я бегу в пиццерию. Да, ого, конечно. Солнце лупит. Конечно, конечно, он там в пиццерию побежал, ага. Пиццерия называется Фредберс. Ого, тут Фонтайн Фокси бегает, он меня не может убить? Эй, пишет. Может. Смотри, привет. Он ест тебя. Привет, пишет мне, как он ест. Помогите. Димас, ты видишь, я с тобой бегу еще. Еще и ты? Да. Он пишет, стой, стой, стою, стою. Привет, пишет тебе. А я че могу? Ох ты, едить колотить. А, мы тебя жрем, короче. Я отдыхаю. Ты еще видел такие вертухи, короче, над головой? На, я тебя с головы прям. Смотри, на, вертуху. Ну нафиг, я валю. Так, ребята, бежим во внутрь пиццерии, надеюсь, там у них кто-то спасет. Получается, что я быстрее тебя бегу. А маринетка всегда была быстрая. Да. Эй, двери не иди. Димон, здесь красиво. Вау, вот это круто, кстати. Я тут ни разу не был в этой... Мы вообще в этот режим первый раз играем. Да, классно. Если вы хотите, ребята, еще, то ставьте лайки, пишите в комментариях, какой еще режим нам снять. Да, режимов очень много выходит, мы даже не знаем, какие записывать. Но Roblox будем опять снимать очень много. Так что, если вы знаете какой-то крутой режим в Roblox по ФНАФу, пишите, пишите, мы... Все прочитаем, все. То я любой режим буду луп. О, это черная дырка, о, черный ход. Так, ладно. Короче, меня не видишь, я не видим. Я хочу найти этот. Кого хочу найти? Я хочу найти охранники. Да, 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 вот здесь. Иди сюда. Она здесь, Димас. Вот она. Ага, бегу. Не туда пошел. Вот. Вот. Так, я даже самый первый в нее зайду. А что это? Какая-то часть ФНАФ. Какая? Ты как будто танцуешь это, Харбас. По столу бьюсь, да? Я буду сидеть. Ой, как-то стрёмно сижу, но... Сейчас, стой, стой, стой. Смотрите, вас я присел. Я тоже. Ой, как-то стрёмно. Ой, я на стол сейчас сяду, как вот в школе. Ой, давай, Димас, ты, давай, садись. Сейчас. Надо мне вот так сделать. Во. Давай. Ну. О! Димас, ты как алкаш какой-то. Тут я четко сижу, а я сижу себе сижу. Так, ладно, что тут можно еще делать в этой пиццерии? Я могу летать и могу вертухи крутить, смотри, вертухи. Оп. Оп. Воу, оп. Давай возьму еще тоже аниматроника, посмотрю какого-то. Да, давай. Так, ребята, сейчас покажем вам каких-то аниматроников крутецких. Так, я сейчас хочу взять Чику кошмарную. Вот она очень классно выглядит, вот вы сейчас увидите, просто офигеть. Такс. Смотрите, она как зомби. О, я возьму плюш-трапа. Выглядит она офигеннейшим образом. У нее ноги как у Фокси. Клюв тоже какой-то красноватый. Ай, меня еще убивают. Нет, я убиваю. А, зависимо от аниматроника, ты появляешься в разных местах. Ты появляешься в разных местах, и у каждого свои способности, свои анимации, и по-разному они бегают. То есть марионетка быстрее, чем... А другие аниматроники. Тима, сейчас увидишь плюш-трапа, будешь немножко смеяться. Это что он голова? Голова застряла в тире. Это ты, Димас, такой мелкий. Да. Вот коричневый, ты. Да, я плюш-трапукин. Выходи на улицу. Это ты написал прибо? Нет. А, ты меня путаешь, я иду к тебе. Это не я, вот я, Димон. Шкандыбай одной ногой. Смотри, сколько людей зашло. Угу. Привет! Привет, я тебя знаю! Куля. Ты конченый! Куля. Классная, да? А подожди, а что я могу еще делать? А ты можешь ничего. Как это ничего? Смотри, как я кручусь, Димас. О, вот это да! Димас, посмотри эту анимацию. Так, посмотри. Смотрим. Ого, у тебя получается руки крутятся в одну сторону, а голова в другую. Голова, туловище, все крутится, смотри. А ну в эту сторону, там солнце засвечивает. Офигеть, давай, давай, смотри. Воу. Даже как-то стремновато, такую ночь увидеть можно обосраться. Это и то, и то. Смотри, это он типа, ну, неактивное, понял? А ну я сделаю, что я могу. Это очень все равно странно выглядит. У меня классно, да, анимация? Да. Тупо упал, подскользнулся. Ого. Вау, Димас, а ты что сделал сейчас? Смотри. Ну?
Это сейчас, смотри, еще раз. Это надо в бассейн прыгать, Димас. Да-да-да. О, надо с крыши где-то прыгнуть. Так, ребята, все надо где-то запаркурить нам. А я кручусь, красивый. Блин, я не могу на машину залезть. Тут нельзя прыжка, понял. Нету, нету. Так, это что? Лаунч. Так. Хорошо. Ну что, пойдем захватывать пиццерию. Там, пошли. Наверное, уже нас заждались охранники. Димон, ты видел, у тебя ноги какие-то в крови все? Да, я же говорю, они как будто у Фокси стырило. Я вообще на зомби похож, я передвигаюсь как зомбак. О, два я тут еще ни разу не был. Так. О, ты давай что, посмотрим, тут... да. Это мастерская. Мастерская. Тут буквы лежат, ФБ. О, челик заспавнился. Во, это, кстати, Вильям, это его пиццерия, понял, Димас? Понял, это надо, короче, тут РП отыгрывать, разрабатывать денежки. Авто, о, не авто, ну, не Вильям. А как на сцену зайти? А вот так и заходи сквозь шторы. А я не могу. Можешь. Я маленький челик, помогите. А, давай, Димон, я знаю как. Сейчас. Подсадить? Не, смотри. Смотри. Вот. Ого, я забыл. Что такое? А что случилось? Да я забагался, меня назад откидало. Отойди туда назад, отзади меня. Встань, смотри, что сейчас будет. Давай, 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 посмотрим. Ну. Ой. Ой. А что-то меня не багает уже. А ну еще раз. Давай еще раз. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ты делаешь? Так же, все нормально. Ладно, ладно, нет, в тот раз меня забагало, и хорошо, что... Я уже думал, вылечу. А если я в стену прыгну? А ну-ка. Мелкий, типа, не залазишь, что ли? В стену. Очень смешно это делает. Сейчас, 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 я открываю тут кнопочки, понажимаю всякие. Блин, вы высокие. Не работает ничего. Так, кого я еще могу взять? Я сцену открыл, да? Смотри. Два. Димон, я сейчас возьму себе еще лучше аниматроника, смотри. Так, я сейчас тоже поменяю себе аниматроника. Это будет? Это будет? Nightmare Foxy. Nightmare Foxy, кошмарный Фоксюхин. А я кошмарного Фредди. Знаешь, где он, Димон, спавнится? Здорово. На кладбище. О, это ты? Да. О, привет, смотри, где мы заспавнились. Давай сейчас способности использую, ну-ка. Ого! Ты тоже использовал? Да. Крюком дерешься. О! О, видел, он когда сидит, еще пасть вот так открывает. Да-да-да, а я просто стою руками и шевелю. У тебя еще, кстати, язык есть, ты заметил? Я просто валяюсь. Я могу бегать! А я не могу, так нечестно. Что делать? Что-то так как-то подсвечивается, но очень плохо видно. Очень плохо. О, так, давай сойдем, смотри. Посмотрим, что здесь. А, тут нифига, просто будка. Сарай, что ли? Ну да. Ух ты, ничего себе, ты выбежал, я аж испугался. Кабан. Ой, тут кто-то еще пришел к нам. Так это я, блин, я по елкам залазил. Нифига не видно, но очень интересно. Я возьму... Да. Я возьму... Я возьму просто Фредбир. Просто Фредбир. Да сейчас опять это на кладбище мне в жопу засунут какой-то. А я секьюрити гварда возьму. О, я здесь не был ни разу. Блин, классные анимации. Он шляпу снимает. Слип, я сплю. Ничего себе ты уснул, дружище, вставай уже, спать пора. Вставай, я ржа на работу. Что это за карта? А. О. Прикольно. Там англиха. Тебя укусит. Так, ребята, тут у нас очень все очень плохо. Прям очень плохо. Димон, я в пиццерии. А вот ты. Это ты? Да, смотри, какие у меня анимации есть. Прикольно. Смотри еще. Ай. На тебе. Да не, не надо. Ну-ка, надо. Давай первого лица. Еще раз так схвати меня, первого лица сделал. Давай. Вау. Прикольно? Смотри, чувак аж упал. Смотри, Димас, я тоже упал. Да пацаны, не падайте, все хорошо. Да так, еще есть, смотри. Смотри, как я, Димас, перемещаюсь, смотри. Все, Димас, я пошел. Блин, не могу идти. А, вот пошел. Я деактивированный. Ага, вижу. Ого, что со мной? Мужик, прекращай! Димас, ты что задыхаешься? Ты что? Помогите, помогите, я задыхаюсь, помогите Фредди! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Roblox, режим у нас FNAF RP. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Димон, мы играли в этот режим или нет? Рассказывай. Ну, в общем, может быть, когда-то давно играли, но надо будет сейчас все
посмотреть, Димас. Чё, я давай... так точно сказать не могу. Начнем с единички? С этого. Давай. Во. Да, я помню, что-то ребята. Было похоже. Это? Вот, чё мне ты поехал назад? Это куча аниматроников, просто вот. Можно любым стать, получается. Чё такое ТП хай... А, всё. Да что меня ТП хает назад? Да ты не убегаешь просто вовремя. Все, иду смотри со всей силы. Ну вот. Ну видишь, я просто проверял, знаешь ли ты, не знаешь, все. Так, смотри, это какой-то челик приходит. О, я буду фиолетовым. О, я прозрачный. Смотри, а что есть? У меня одна башка ходит, смотри. Не, я тебя вижу целиком, это у меня башка. Да? Что такое? Я не понял. А где тут ресет? Ресет там на спавне. Что-то не вот, аннулируется. Во, я себя вижу. Так, Димончик, что-то не получилось у нас. Давай с другую карту. Давай еще раз попробуем. Давай еще раз. Не, все равно такая же тема, Димас, представляешь? Так, что-то не работает. Вот этот, наверное, вот этот именно телепорт нерабочий. Давай в следующий пойдем. Пошли. Вот этот вот. Так. Че ха! Это Димас тоже нерабочий. Блин, может тут карта есть прикольная, а то что-то у нас. Давай хоть просто их так, посмотрим. Это Rockstar аниматроники. О, музыка играет эпичная. Из FNAF 2. FNAF 1, это из FNAF 2. Так, идем в третий телепорт. Так, ну мы, наверное, тут всех уже увидели. Давай туда пойдем дальше. Тут даже все подписано. Эндоскелет. Ой, другой аниматроник стал, Димас. Ой. Так, что тут? Ох, тут еще их сколько. Да что такое? Я не телепорт. Не телепортатор. Так какой-то телепорт, да, галимый. Блин, смотри. Adventure Fredmer. Классная музычка здесь играет. Прям вообще эпично. Можно поставить и послушать. Коробка Фредди. Хлопьев. Ты какой злой Фредди. Так. Марионетка. Вой, Санс Фредди. Даже Санс есть. Все есть. Сансовый Фредди. Марионетку вообще не видно. Одни глаза зеленые. Это она так скрывается. Уго, тут темно, это жесть. Так, давайте фонарик возьмем. Аниматроник, Фредди. О, я стал человеком. Ой, на чем меня выкинул опять? Профессионал по порталам. Воу, о, прикольно, о. Кстати. Так, ребята, давайте будем смотреть, какая это часть. Я думаю, это FNAF 1. Не, Димас, это FNAF 2. Да, видишь, ты знаешь. Да, это FNAF 2. А, а ну да, как... да, да. А вот я возле тебя прям на лицо тебе смотрю. Да? Фонариком. Я тебя не вижу. Странно, я тебя вижу. Я ну, невидимый, что ли? Да, ты для меня невидимый. Ну, может такое. Это, кстати, очень странно. Так, что тут у нас кнопки на... Вообще режим, Дима, странный. Нормальный режим. Сейчас будем... Door. Light. Как активировать? А, вот. Чего не нажимаются доры? Никакие доры, никакие дуры, лайки. Доры не нажимаются. Так, ага, понял. Отсюда идут аниматроники. Хорошо. Может, еще надо подождать? Это, короче, FNAF 2, но он такой измененный очень сильно. Смотри на этого аниматроника, он двигался только что и светился. Да тут их много таких. Светящиеся, двигающиеся. Че не работает нифигашеньки? Во, это что такое, шарфик? Так, смотри, уже этот стоит. Кошмарный Фредди. Ты вообще какой-то чел. Так, я пойду карту изучу. Я уже, Димас, ее всю изучил почти. А я не смотрел еще. Так, вот во, здесь, наверное, тут секретная туалет. Комната. Ой, Фокси ходит. Фокси, я свой. О, туалеты. О, а что на месте опять появился охранник? Меня убили. Фокси замочил. Это РП. Это РП, детка. Да, мужики, это... надо свет нажимать им. О, я упал, я встал. Мужики. О, Димас, я тебя вижу. Все, увидел? Да, наконец-то тебя увидел. А что ты на месте стоишь? А что ты лежишь? Я хожу. Ты лежишь? Это очень странно. Почему так отображается, но я не знаю. Это вообще интересный режим, мне нравится. О, сзади вентиляция какая-то. Кстати, смотри, тут Фредди в этом в телевизоре смотрит на нас. С кентами. Это не телевизор же. А, так. Да. О, вижу. Пошли вижу. В этот... вентиляцию. Пацаны, вы как туда залезли вообще? Выходите оттуда. Музычка вообще эпичная здесь играет. Видел, кто у нас проходит? У нас здесь Фокси и кошмарный Фредди. Найтмар.
Опа, кого-то замочили. Я вентиляцию, Димон, изучаю. Давай, давай, давай. Ты у меня, кстати, за столом сидишь, а не вентиляцию. Ты тоже за столом изучаю. У меня сидишь. Ну, сидел, когда я уходил. Вот эта вентиляция здоровенная просто. Так. Димон, непонятно. О, тут пин-код надо вводить. Секретная комната есть, 40... 45, 47, 48. Да? Вот так? Да не, вроде нет. А ты, Димон, по вентиляции пополз? Да. Давай я с тобой. Прямо-прямо надо идти, я тебя тут жду, давай. Тут, короче, эндоскелеты разломаны, этот вообще головой прямо, прикольно крутит. Прямо направо, прямо иду, вот не останавливаюсь, иду. Вот только один раз повернул и все, и прямо иду. Ну, вроде да, надолго идти. Опять мне тпхнуло, да что такое? Тебя тоже тпхнуло? Не-не-не, мне не тпхает. Блин, меня убили, наверное. Я серьезно, я угораю, тебя все время тпает куда-то. Не, когда тебя убивают аниматроники, тебя тпают. Димон, я опять к тебе иду. Да, ай, меня тоже тпнули обратно. Вот засранцы. А где ты? А я вот около стола бегаю. Я тебя вижу. Вот, здорово, Димас. А ты у меня за столом сидишь. Да? Ну ладно, я за тобой, Димас. Давай, давай, погнали. Пусть будет так. Это, короче, режим невидимка, Димон невидимый, я невидимый, экран невидимый. Короче. Давай. Сидишь на стуле посреди комнаты, все невидимое. О, Димас, ты у меня испарился только что прям передо мной. Видишь, как я могу, а ты так не можешь. Блин, что ты за магию используешь? Это магия Хогвартса. Так, Димас... Блин, тут аниматроник, это он меня на рай убил, когда я подошел. Да, а, кстати, смотри. Сюда можно не только по вентиляции попасть, сюда можно и так попасть. Эта дверь открывается? О, я в дверь зашел, Димончик. Какой классный аниматроник. На сцене стоит? Не-не, как ты двери, какой пароль ты? А ты просто... А, я, давай я к тебе вернусь. Я не знаю, Димончик, я разный клацал, что-то не получается. Раз, два, три, четыре, пять, Enter будем нажимать. А тут же должно подсвечиваться кнопки, типа красным загораться или нет? Здорово. О, нажимаю на все кнопушки, но ничего не работает. Ладно, ладно. И она мне не надо туда, там все равно конченое что-то. Ой, Димас, меня перекинуло куда-то. Ой, опять перекинуло. А тебя аниматроник, походу, замочил. Найт кроликом стал. Найт кроликом стал. Я, кстати, невидимка, Димас. Ну ты мужик. Кошмарный невидимка. Может, когда я от первого лица играю, меня я невидимый становлюсь в этой игре? Не знаю, но я вот сейчас от третьего лица и невидимый. Для себя. Понял. Так, ну что там будем делать? Ой, Димас, ты за столом. Привет. Аниматроники, они меня не видят, что я сзади хожу. Ой, я тебя вижу, ты за столом тоже сидишь. Не, все, я уже слез. Так, как туда мне попасть? Обойти, что ли? Как понять? Так. Вон они там трутся. О, Димас, тебе игрушки не нужны красивые такие? Нет. А, давай. Во. А ты, кстати, маску попробуй одень и сделай от первого лица. Смотри, как будет прикольно. Так, как будто в коробке какой-то сижу. Да, в коробке. О, давай я, короче, на дурачка в маске к ним подойду. Будут они меня мочить или нет? Я приман за своего, братишка. Конечно, обязаны. Ну, свой в доску человек. Так, ребята, я, короче, иду. Вот, Димас, ты за столом сидишь, куда ты идешь? Какой за столом? Вот у тебя голова невидимая ходит. Не-не-не-не-не. Какой-то режим такой, найди меня. Вот, я тебя вижу. Около стола я вхожу, да? Да. Ну, не ходишь, боком стоишь с фонариком. Ты реально, что ты мочишь, Димон? Вставай. Это да очень... Ты, короче, Димон, у меня лежишь, то полы ногами дергаешь. Все, встал. Ну, вроде да, вроде норм уже. Ну, такое себе удовольствие. Видишь? Он меня не убивает. Привет, я этот... Ты знаешь, что... Я, короче, пошел, чувака толкнул, и он упал. Офигеть. Ну, видишь? Ты, короче, Джеки Чана включай. Я могу человека толкать просто. Вот этого, ну-ка, аниматроник, привет, здорово. О, тут шкатулка пустая, а в шкатулке письмо. Не срать. Во, аниматроник. Так, чувак тоже упал. Я его толкнул, он что-то падает. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Сервер у нас FNAF RP. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Будем вместе изучать и смотреть, что здесь и как. Кроме спауна мы еще ничего не смотрели, так что вместе будем изучать. Так, это подписчики собрались. Пошли.
Тут, наверное, еще. О, тут еще аниматроники есть. Только тут я не знаю всех. А не знаю. Вот это прикольно, конечно. Сейчас видишь меня. Смотри, Димас. Это платится, платится, а видишь? Ты... Ну тебе, видимо, кстати, идет. Да, о, тут еще, наверное, есть. А нет. Ну, наверное, сделаю там еще. Так, да, пошли вниз. Поменять. Или давай кого-то возьму здесь. Давай вот это возьму челика плоского. Да не-не-не. А чё, прикольно. Давай вот этого волохат. А чё не могу теперь никого взять? Надо идти аннулироваться. А надо вниз спуститься, там есть такая. Ладно, буду за этого челика ходить плоского пока. Я покажу тебе. Так. Так, ремувер. Кого мне тут взять, вам показать? О, я буду Мария, нет, я... О, вот этот веселенький. Тут столько всех, я даже не знаю, кого взять. Так, подожди, сейчас я тебя найду. А вот ты! А знаешь, как-то, если бы ты ровно прям стоял, я бы тебя не увидел. Ты немножко наискосок стоял. Да, так бы не увидел. Вот ты молодец, красавчик. О, я возьму Фредди. Нет, да. Не, он какой-то большой, да что мне... Ого, у меня щеки раздуло. О, эндоскелетом буду, все. Буду роботом. Такой смешной. Пошли город изучать. У нас все впереди. Здоровенный город. Так, смотрите, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 4, мини-геймс лобби. А, мы можем зайти туда, что ли? Димас, я рассыпался. Тут, кстати, есть прикольные анимации. Сейчас я вас тебе покажу, смотри. А что у тебя нету на голове ничего? Оп. Опа. Прикольно. А как ты это сделал? А тут анимейтен. Понял. Могу так прыгать, как дурной. Плачу. Присел. Yes. А, я думал, я могу зайти сюда. Трясусь, что тут голова покачена. Все, Диман, пошли. Так, а можно самому? Видишь, типа, палитра такая нарисованная. Нажми на нее, и ты можешь сам сделать аниматроника. Сейчас я себе аниматроника сделаю. Какого-нибудь. Так, пускай будет такой. Его нельзя повернуть, конечно, жалко. Могу ему... Ого. Так, а нет, я тебя еще не могу найти. А я делаю своего персонажа, подожди. Весело. Так, как мне тут его поменять-то? Цвет ему. Чувак, как тебе цвет поменять? Блин, классный сервер, мне нравится. Ой, смотри, Димас, я какой-то вообще стрёмный аниматроник, такой серый. С повязкой ниндзя. Давай покажу. Сейчас иду. Во, о, видишь? Пошли, Диман. Я ниндзя. Вот тут что, давай посмотрим. Так. Ну, о, можно быстро, наверное, бегать. Тут проживает. Я могу пиццей угостить. Вкусненькой. Блин, не открывается. А, открывается. О. О. Так, а что у нас тут? Вентилятор? Ой, я закрываю. Давай. Сейчас что-то произойдет по-любому. А теперь тут давай нажмем. О, нажал. О, я тыпнулся назад. Вентилятор пролезла. Ладно. Давай посмотрим, что здесь. Давай. Что здесь? Ничего. Не открывается. А, здесь все, здесь пусто. Не, Димас, туда нельзя. Вот сюда. И ну, можно. Тут пиццерии будут. Иди сюда, вот здесь сюда можно. Ой, здесь круто. О. А ну здесь. А, это из четвертой части, наверное, пиццерии. Да, ребят, только сказал, что хочу пиццерию. Это с четвертой части. Блин, я такой рада. Я люблю, когда разработчики пытаются сделать, ну, под оригинал. И все делают по-разному, одинаково не получается. И когда изучаешь, получаешь какое-то от этого удовольствие. Кстати, я там вижу, есть проход на второй этаж. Вот, Димас, найди меня. Я, короче, спрятался на втором. На втором этаже или на первом? Да, на втором. Все, я тебя ищу, давай. Так. Калиточка. Вот ты. Нет, не ты. Вот не ты. Классно сделано. 6 часов 3 минуты. Ну да, что, вот нашел? Ищу тебя, Димон. Смеешься, да? Хорошо. Это же весело. А ты невидимый можешь вставать или нет? Нет, я видимый. Ты анимацию какую-то применил? Нет, просто стою. Ты за шкафчиком. Нашел, Димон. Нет, как так? Так, пошли дальше. Ты по-любому еще есть, значит, другие пиццерии. Все, я иду вниз, быстрее.
Так, стул стоит, все по канону. Так. Не открывается. Диман, я на улицу. А тут была какая-то штучка, типа таблица, там FNAF 1, FNAF 2, 3. Ну нету. Не, ну вначале была там, да. Значит, идем в ту сторону. А, вон, 4 написано. Все, ищем дальше цифры. Не, побежали. Не, зайдите, Димас, прям в тот дом. Там есть, можно выбрать, в общем, FNAF 1, FNAF 2 тут. Давай, заходи. Опять в тот... Побежали. Да-да-да, давай. Там есть мини-игры, Димас, походу. FNAF 1, FNAF 2, сейчас увидишь. Все, бегу со всей силы. Давай, заходи. Вот, Димас, смотри, FNAF 1 тыкай. Воу. Блин, Димон, как ты догадался? Прикольно. Вот это я тупица. Не, ну, ребята, я не знаю, вы бы тоже, наверное, не догадались. Я беру фонарик, Димон. О, а что мне не светит туса. Он? А, подожди, 4. Во, я теперь все вижу. Димон, такой упоротый человечек. Нормально. О, тут движ такой, смотри, Димон, тусуется. Я говорю, тусняк вообще дикий. Этот а мне нравится. Здесь очень много людей, кстати, играет. Ребята, смотрите, там еще внизу список есть. Во, здесь везде можно заходить. Димон, сейчас да, все пиццерии быстренько посмотрим. Давай. Так, дверь можно открыть? Можно, можно, нажимай. Он не нажимается. Может, надо, чтобы в руках ничего не было? А, о, да. Если на двойку, нажми, Димас, на двойку. О, я как... Воу, Димон, так это же круто. Так, может, давай я тебя найду, где ты там? Так. Это пиццерия первая. Чё-то тебя не вижу. Потому что я... Никого не вижу. Ладно. Погнали дальше, Димон. Где тут тыкать другие пиццерии? Не знаю, наверное, около выхода. Давай посмотрим. О, чувак в планшетик играет. Так, ищем, прикольно. Ищем. Вот так, тут можно вообще офигенного аниматроника сделать. Да. Дуй со всей силы. Вышел? Иду. Так, какую будем тыкать сейчас? А я хотел... Ой, тут сел. Еще на все сидушки. На все сидушки по очереди перейти. Ну так прикольно. FNAF 2, да, Дима? Погнали. Блин, ребята, ставьте лайк, если вам нравится. Так, здесь у нас четко все. Мы позаписываем еще, поищем новые режимчики с пиццериями, с аниматрониками. И все вам покажем. Постараемся показать. Все. Ну да. Бумажек. Опа, включай фонарь. Включил. Так, тут все включено. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Стиль Хэллоуина. О, свет включили, наконец-то. А то тут так темно было. Так. Так, туалеты есть, Димон. Все есть. Все, Димас, я певцом сегодня буду. Давай. Давай, на Яне. А, я вышел на улицу. Все? Ну да, просто вышел. Ну, у тебя очень хороший голос. В скобочках нет. Ты хороший голос, слова не очень. Так, подходим, недорого, билетики берем. Такие глаза, знаешь, из-за прилавка торчат. Голова говорящая. Эти вас это зубами грызущая эта штука. Не грызите стол. Стол только купили. Зачем вы... Это прикольно. Смотри, смотри, Димас. Смотри, как грызу. Не больно зубам тебе, не? Вот это прикольно, конечно. Так, а у нас что тут? А, вот здесь пиццерии можно выбирать. Да, ну еще давай тут посмотрим. Мы точно все посмотрели или нет? Ну, вроде да. Ну да. Давай. Погнали, на FNAF 4. А, мы уже были в 4. А, были, да. Тогда давай мини-геймс. Чё погнали. Мини-геймсы, давай. Во. Ой. А, это здесь. А что у тебя на голове ходило? Я не знаю, что ты так мочил. Во, вот этого чувака, походу, можно мини-игры какие-то брать. Так, чувак, я тебе на нос нажму. Носик твой. Не, что-то не работает эта штука. Вот. Паркур фри. О, мое ли нелюбимое. Паркур фри, давай, Димас. Давай, Димон, ты первый. Я буду от первого лица играть, так я затащу. Нажимай на shift, чтобы быстро бегать. Хорошо, хорошо, Димон. Так. О. Тут шифтом прям такая шкала. Да-да-да-да-да. Все, Димончик, буду стараться. Беру у тебя уроки. А-а-а! Упал, вот как говно. Ого. Здесь точно надо от первого лица играть.
Ты, блин, если я затащу, я буду красавчиком. Так, ребята, здесь очень сложно. Блин, Диман, я из-за тебя умер. Всегда отлично, настроение. Сегодня мы играем в Roblox. Режим у нас пиццерия. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Погнали. Ну, Димас, ты можешь, в принципе, потише игру сделать, чтобы... Понял. Вдруг там музыка какая-то не ловилась. Я вот, например, сделал на двоечку. У него, у меня на единичку стоит. Ну ладно, пусть будет на единичке. Нормально, погнали. Погнали. У нас филетовые челики. И с нами уже аниматроники, это мои подписчики, скорее всего. Охраняют нас. С тобой ножички, Димас. Мы можем всех плохих аниматроников, которые нарушают дисциплину, будем их ножичком это пырнуть можем. Показывай карту. Я буду вот первого лица играть. Здесь должен днем вообще развлекать этот, марионетка должна развлекать здесь днем людей. Ага. Там детей, родителей, там всех, в общем. Пойдем. Погнали. Ну, смотри, мы ее нарушили, дом ей, тут жилое пространство. Вставай, а то упал и лежишь. Кстати, тут есть, ребята, эмоции. Смотрите, вот так вот. Типа, опа. Когда меня испугали, я могу так лечь. Вот. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Ночью вот. Здесь очень темно, да. Но пиццерия, посмотри, классная. Кстати, на сцене чувак, это реальный чувак отыгрывает РП. Видишь, стоит на сцене. Да. Молодец какой. Занавесом там Димас продал. Ой, тут. Вот, иди занавес. Зайди, Димас. Вот сюда иди. Ага. О, прикольно. Это за кулисы. Пиццерия здоровая, ребята. Я вам сейчас все покажу. Здесь. Свет дали. День! Димас, день начался. Круто. У-ху! В общем, здесь билеты можно покупать. Покупать медвежат, тут всякая еду. Вот игры. Игровой, в общем-то, зал находится здесь. Можем, ребята, потом вам показать аниматроников, как здесь оформлено. Вот здесь живут, получается, эти Spring Trap вроде и еще какой-то тут этот аниматроник. В общем, такие стрёмные аниматроники здесь живут в этом месте. Так, пойдем дальше. Димон, я в этот режим уже влюбился. Ребята, если вы хотите, чтобы мы еще на нем записали, ставьте плюсики. Мы будем знать, что вы хотите еще. Да. И будем на этом режиме часто записывать, потому что я в него уже очень сильно влюбился. Он мне понравился. Тут вот два туалета. Это кухня, Димас, вот смотри. Погнали. А там есть что-то покушать? Ну, только тарелки. Блин, все сожрали опять. Ну что такое? А, нет, это хлеб вроде есть, да? Ну, это дерево, деревянный хлеб, что ли? Ну ладно. Это пицца тут навешанная такая, для красоты. Картинки всякие. О, картинки я люблю. Дети рисовали, вот. Класс. Это комнатки. Заказные столики, можно здесь заказать столики, Димас, если хочешь. Вот смотри, этот... Ты не понимаешь меня? Пишет аниматроник. Ты не понимаешь меня. Кстати, Димас, когда скин уменьшается, ты сможешь пройти потом вот здесь вентиляцию, прикинь? Ага. Если скин уменьшится. А что он уменьшится? Так здесь ты не пройдешь. Ну, типа, если ты захочешь, типа, ребенком стать, потом, ну, типа, сможешь пролезть здесь. Так, это вот комната охранника. О, это наша комната. Мы здесь должны Димас. Работать. Так. Когда ты будешь Димас охранником играть, тебе будут даваться маска и фонарик. Димон, тебе не кажется, какой-то вентилятор стрёмный, да? Какой-то он реально смешной. Мне смешно такой вентилятор. Какая-то он, навряд ли такой вентилятор будет ветер делать, вот я сомневаюсь. Да кто там орёт? Да, вот. 11 Димас, часов. Давай тогда покажем аниматроников, какие тут есть, давай. Давай, как менять? Нажми на Escape, потом нажми Reset Shelter, вот видишь, на R. Да. Слева. Ух ты, все, давай, аниматроников беру. Нажми на Reset, и вот выбирай аниматроники. Ого, их сколько тут. И вот там... стрелочками листать, там можешь посмотреть, сколько аниматроников. Их там штук 10, где-то около 10. Ну, больше, мне кажется. Сейчас посмотрим, ребята, сейчас покажем все аниматроников. Смотрим. Это Скелет, Фредди, Чика, Фокси. Бонни, Фокси. Я даже всех буду перечислять. Спринг Фредди. Вот, Спринг Фредди. Фредбер. Спринг Бонни. Секьюрити Марионетка. Найт Бэр. Прототип, ну вот и эндоскелет. Вроде около 10, вроде, ребят, если я не ошибаюсь. Можем, Димас, поиграть за аниматроников, если хочешь. Так, я поиграю. Кого поиграть? Буду Чикой. О. Чикой будешь.
Что там какие-то, ах, так сказать, стрёмные руки, ну ладно, нормально. О, там тоже есть часть карты, мы там не были еще. Где, где, где? Вот там вот. О, это ты, Димас, Чика, видишь? Да, да, как-то походняк, как будто она обосралась. Не знаю, ну реально какой-то стрёмный походняк. Не смешно. Смотри, Димас, это я напугал, вот тут слева есть способность. А, вижу, вижу. Вот смотри, могу помахать. Вот могу деактивироваться. Вот деактивироваться 2. Тут много таких прикольных. Прикольно. О, кексик. О, охранник. Смотри. И глаза пропали, жесть. Это ты типа, Димас, отключился, деактивировался. Понял, зарядка, как я говорю обычно. Да, да, да. Так, открывайся, калитка. Так, а где я должен стоять? Я же в этот какой-то Golden Freddy, да? На где сцене. Я должен стоять? Нет, на сцене. А хотя да. Что-то, мне кажется, многовато тут. Много аниматроников очень. О. Смотри, будем развлекать людей. Оу, я махаю. Всем привет! А какой кнопкой ты махаешь? А, во, я тоже что-то делаю. Кулдаун нажми, кулдаун, Димас, есть такая? О, чувак музычку включил свою фирменную. О, во, я махаю, во! У тебя глаза прям светятся. А у тебя что, не светится? У тебя. У меня вообще мозги видно. За людей. Давай, давай, погнали. Надо или все, ребята, показать вам. Да, да, да. Можно поиграть за родителя, за подростка. Я буду детенышем человеческим. Прям маленький-маленький? Да, 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 да. Ты кого взял? Чилд или тоддлер? О, я не знаю, просто я маленький челик. Трин-тан-тан, тран-тан-тан. Ой, я еще меньше тебя, видишь? Я тоже, подожди, да я тоже хочу еще меньше взять. Хочу вообще маленьким быть. Это, дальше Чилдрен, ой, Чилд, есть тоддлер. Тоддлер это, короче, малыш. Вроде как переводится. Малыш. Давай. Мы будем вообще чил... как... Вот, тоддлер, все, есть, Димон, есть. Давай, давай, давай. Класс! Ребята, смотрите, какие челики. Они бегают очень смешно. А на shift вообще быстро. А давай попробую обойти тут, ничего нет. А, нет, ничего нет, ладно. Мы вентиляцию можем скрывать. О, побежали вентиляцию, побежали, побежали. Побежали, так, погнали, погнали, ребята. Мы, кстати, быстрее аниматроников. Будет как охранник. Охранник побежал. Ой, это не туда, не туда. Просто пиццерия здоровая, я ошибаюсь иногда. Вот смотри. Вот, смотри, смотри, смотри. Нас тут никто сюда не залезет. Понял? Класс. Погнали. Смотри, охранник сюда пытается не залезть. Не-не-не, и марионетка там нас ищет, кстати, снаружи. Я выгляну, не Майя там нигде. Ходит, ходит там. Можем фонарик. О, смотри, фонарик, точно. Фонарик здоровый. Ого! Что это за кабака у меня в руках? Это как, знаешь, как базука какая-то. РПГ, стреляем. Слышишь, как охранник дышит тяжело? Да, ему в маске. Да-да-да, потому что в маске, да-да-да. Как и все положено. О, я могу по столу побегать. Камерас написано. Нажми на камерас, Димас. Ты будешь по камерам чекать, смотреть, что тут. О, круто. О, на сцене стоят, видишь, Димон? Кам 4, да. Нажми. Четверку? Так, сейчас. О, вижу, да. Два этого, Фредбера, да? Подожди, а где мы? Я хочу нас найти. А мы находимся в... Я вижу, Кам 10, нажми, Димон. Прыгаю прям в камеру. Димас пишет. Привет, привет, если ты будешь смотреть ролик, приветик тебе. Не забудь лайкосик поставить. Так, давай посмотрим. Ух ты, у охранника сколько друзей. Ему все пришли, давай понаблюдаем, как он будет работать. О, мы можем под стол. Не-не-не, не влазим. А у нас никаких действий нету слева. Я думал, какие-то, знаешь, там, типа, валяться можно или рыгать. Вообще ничего не знаю. Подождем уже, ребята, до утра дожить надо. Посмотрим, что здесь утром поразбегаются все. Сейчас очень быстро идут. Блин.
Посмотрим тут. Видишь, все оживают. Утро. 6 часов утра. Да и fucking shit. Ой, ты что со мной, блин? Еще и топчется по мне. Взял, прошелся, как у себя дома. Опа, такие аниматроники утром добрые все такие ходят, машут, а ночью злые все. А, меня откинуло на километр. Шторы нельзя открыть, нет? Шторы можно открыть, вон, сейчас открою. Давай. Открылась? О, точно, а как ты нажал? А там есть щитки, механики их открывают, по идее, вот они. Вот. Все, видишь, понял. Рычажок. Да-да-да, мышка там появляется, пальчик. О, механик такой. Как раз-таки пришел, Дима, смотри. О, я вижу, прикольно, кстати, у него одежда. Блин, тут можно столько РПшек классных отыграть, тут очень много всего можно сделать. Это у нас, да, как бы, ребята, изучающий режим, мы просто показываем, что здесь и как, а потом уже в следующих сериях мы по-любому отыграем РПшку, будет прикольно. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, с Дима Покемон и подписчики. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас FNAF Legends, ролеплей. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Мне просто непривычно, что у тебя нету волос. Что за говно? Димон, где твои волосы? Не знаю, они пропали. Но мне будет лучше, зато видно, что ты лысый. Ого, здесь аниматроника, как всегда, ребята, все у нас здесь классно. Ставьте лайкосик, если любите. Я могу лефти не брать, смотри. Аниматроников. Лефти могу даже не брать. Ничего себе, их сколько здесь. Ого. Ого, это точно, что ого. А это, смотри, это получается за баблище. А, да, это, кстати, покупать уже можно самому. Мне кажется, Димон, еще есть аниматроники, там много комнат. Кошмарные. О, даже аниматроник Дед Мороз есть. Прикольно. Так, аниматроники. Тут есть ресет или нету? Кошки. Аниматроники. Ой, полуаниматроник, полу... Что вам продать? Человек. Кого вам продать? Мне, пожалуйста, сосисочку в тесте. Есть такое? Нету. А вот, Morph Remove. Давай, короче, возьмем, проверим, чтобы, если что, рестартнемся. Я знаешь, кого хочу проверить? Вот этого вообще нет. Смотри, у меня получается с FNAF 7, у меня это даже у Фокси сидит попугай на плече. Смотри, я какой. Я этот, если что. А, когда Remove делаешь, волосы спадают. Класс, у тебя даже лица не осталось. Да ну что такое, все так печально? Да. У меня даже, у меня вот улыбка осталась. Так, давай, короче, берем аниматроников и пошли в пиццерию изучать, там все есть части. Так, ладно, давай двигаться, Димас, дальше. Все, я беру Чику. Все, я буду Чикой здоровенной, кабанихой. Да, давай, погнали. Так, куда нам идти? Chill out. Сейчас найдем, Димончик, тут есть, короче, порталы. Это не здесь. Ой, здесь можно чилить, что ли? Так, давай-ка, наливай, скелетосик, наливай. Наливай нам водицы. Из пиццы. Так. Наливай нам водицы и немножко пиццы. О, пойдет. Погнали, Димас. Так, здесь порталы, я иду к ним. Вот порталы. Давай начнем слева направо, да? FNAF 6. FNAF 7 даже есть. Погнали FNAF 7. Давай FNAF 7. Давай, иди сюда. Вот тут FNAF 7. А, вот еще на этой стене, ничего себе их тут. Заходи. FNAF 6 вижу, а где это... ты FNAF 7? А, Ultimatum Custom Night, понял? Да, это оно. Че не заходится? Заходится. Вот. О, я... Воу, Димон, здесь очень круто. Офигенно. Каждый здесь. Раз, Димон, мы находим с тобой все лучше и лучше режим. Я надеюсь, вы, ребята, разглядели. Там постоял немножечко. О. Вентиляция, можно поползать, если вы хотите, но я не хочу. Все вот круто, но шарики квадратные немножко смущают меня. Второй этаж, Дима. О, где Фредька сидит тут, играет в игрушки, короче. Вот. Так, кто-то разыскивается. А, это этот челлендж какой-то. Попробуй не засмеяться. Попробуй не пердануть. Ой, мне ты пыхнула назад в лобби. А ты, наверное, на спаун пришел. Тут кухонка. Осторожно. Дон, большая пиццерия или маленькая? Хорошая пиццерия. Тут компьютер, мне нравится, на экране написано Game Over. Все. А это все, Фредька проиграл здесь. Фредька проиграл? Да. Давайте мы следующую пиццерию. Побежали. Я уже все смотрел. Я думаю, ты тоже. Поэтому давай возвращаться. Так. Давай FNAF 6. А как ты возвратился? Не знаю, мне как-то само перекинуло. Давайте я жду. Нифига себе ты читмен.
Да нет, там по офису Линда тебя перекинет. Линда, ничего себе ты сказал. Линда, а ну попробуй ты пихнуться назад. Линда, Линда. Я тут уже в каждый угол запихнулся, ребята. Смотрите, я никуда не могу попасть. Так бывает. Непонятно вообще. Reset chapter нажимай, Диман. Ты как под пол провалился, что ли? Ой, я тпхнулся назад. FNAF 6. О, все, я на спавне. Только я уже аниматроником не буду, я так побегаю. Давай, Дима, на тебя жду, где ты? Я иду к... порталам. Вот, а теперь давай... FNAF вот, 6. Не-не-не, а или да, давай. Погнали. Давай FNAF 6. Да-да-да, FNAF 6. Тут даже тачки есть. Пошли, пошли. Можно покататься. Тю, блин, я назад вышел и иду по лобби гуляю. Вот это молодец. FNAF 6, да, Димас? Вот тут кошечки, собачки, все хорошо. Ты елку видел здесь на улице и качельки? Опа-на, Димас, FNAF 6 вообще офигенный. Самая красивая пиццерия, которую я видел в Роблоксе. Смотри, что я могу сделать. Смотри, я встал в эту штуку, я теперь лефти. Вот это мощно. Димон, смотри, как на столе украшено все классно. Да-да-да, вижу, все праздник. Тортики с Фредди, да? Угу. Летопицца такая. Димас, иди сюда, вот встань вот тут за место Фокси, вот здесь вот. Вот здесь встань. Иду, иду. Чтобы лицо было видно. А, блин, у тебя его нет. У меня его нету, блин. Ракета, Димон. О, можно поползать. Блин, ребята, это аттракцион. Это вообще нереально, конечно. Димон, понятно? Иди на кухню. А тут даже кухня есть. О, раковина какая-то. Мы какие-то маленькие, все такое большое. Panasonic. Я хотел только сказать Panasonic, классно написано. Микроволновка, туда сам залезу. Panasonic. Вообще. На холодильнике какие-то каракули нарисованы, в прямом смысле слова. Это, наверное, подписано, что есть что. Так. Ой, теперь марионетка. Вау, я всех нас сожру. Ого, тут коробка здоровенная, нифига себе. Тут может 5 человек поселиться. О, Димон, тут еще во все двери можно заходить. Туалет, наверное? А, не туалет. Ошибся дверью. Какой-то комната допроса. Допрашивайте меня полностью. Зачем она что, Assassin's Creed, что ли? Это Assassin's Creed, тут можно по крышам, походу, бегать. Не знаю, наверное. Смотри, по мусоркам, по крыше тут фигачу, вообще нереально. Так, я смогу выйти с этой пиццерии или нет, оно проверяю. Да-да-да, можешь. Ребят, тут паркур. Ой, тут вообще... О, я вышел. Так, гонщик нереальный, паркурист профессиональный. Давай, Димас, паркур тоже со мной. Оп, оп. Ничего себе. Паркурист от бога, мы на крыше. Машины здесь крутые. Все, погнали на другую, да? Пошли, пошли. Так, а может мне звуки включить? Пускай будут звуки, правильно? Не знаю. Никому не мешают. Так, я возродился. Блин, Димас. Подожди. Я нечаянно, короче, вышел с игры вместо Reset Charter. Не увидел. Бывает, бывает. Надпись перепутал. Так, а я пока пойду... FNAF 4. Нет. FNAF 3. FNAF 3, это хорошо, это хорошо. Не, FNAF 1. Короче, я, Дима, FNAF 1 пошел. О, что-то она после FNAF 6 такая скучная. Что это за говно унылое? А не! Тоже круто сделано. С душой. Все чисто. Ох, какое рабочее место здесь крутецко. На единичку можно камеры смотреть. О, у тебя маска есть. Я тоже... А, ну да, я одену. Лефтянского. Ой, от первого лица, Димон, сделай маску. Зубы. Вообще ничего не видно. Не-не, ты лефти одень маску. А, лефти. Да-да-да, у него тут 4 зуба. А, зубы вижу, да. Не, ну получше будет. Ну, да-да, пойдет лучше. Да сам по себе лефти лучше. Во сколько раз? Ну, в 1000. Так, Димас, ты какой FNAF зашел? FNAF 3. FNAF 3, вот вижу, тут Сплинтрафт такой здоровый. Орет на меня. Так, это пиццерия, же... я так понял. Так, где ты? Оба-на, оба-на. Вот как это как тебе да? FNAF 3, Димон, пойдет?
Вообще улетный. Смотри, здесь классно, такие головы большие прям лежат, здоровенные. Так, я пошел изучать. Я с тобой. Давай, Димон, комментируй, это что ты думаешь по этой, по поводу этой пиццерии, как тебе? Блин, это страшная пиццерия. Угу. Атмосферная очень. Если бы она была бы по реалистичной графике в Роблоксе, то тут можно было бы обосраться. Ну, я бы не обосрался, конечно же. Ну, а чё бы и нет. А чё бы не за компанию? Тут можно, Димон, пройти. Понял. Очень странная вентиляция. На самом деле, они так и устроены. Все, я просто не знал, Димон. Аниматроники просто любят, когда это не тесно. О, прикольно. А я даже не знал, что тут можно пройти. Ну, вот это нычка такая себе. Офигеть. Ты чё, на FNAF 4, ребят? Давай, давай вот это вот. FNAF 4 Bedroom Map. 4 с... Ой-ой-ой, я походу не в тот четвертый зашел, а не в тот. А, Димон, вот тут вот получается пиццерия, мы рядом возле нее ходили, они между собой все связаны. А, да, кстати. Фу, блин, назад ты пыхнула. Они все в на одной карте находятся. Вот оно, вот шкафчик с сундуком, кстати. Видите? Так, первый этаж, Димон, есть. Отлично, я смотрю. О, тут интересно, даже третий есть. Третий. А FNAF Sister Location было там или нет? А, вот оно и есть же, ну да, я Да ой, что у меня опять ты... с кроватью. Одна залезла. FNAF Sister Location ты пыхает, прикольно. Ой-ой-ой, тут как-то бардак, Димас, на третьем этаже. Так, я поднимаюсь к тебе. На третьем этаже тут вообще какой-то хаос творится. Стены какие-то глюканые. Кровати друг на друга залезают. Там вообще жопа какая-то. Ну это получается срач в доме. Третий этаж это просто склад. Ого, жесть, тут навалено. А смотри, тут стены, видишь, они как-то переливают очень стрёмно. Ну, обычные стены. Они как-то... А, ну да. Как-то что-то вот глючит узор, я вижу, один на один навожу. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Даша, и сегодня мы играем в Roblox. Режим называется The Pizzeria, будем поднимать вам настроение, если пьете и кушаете, приятного аппетита. Ну что, Димончик, давай, что будем тут смотреть и показывать? У нас есть шляпы разного цвета. Ага. Можно скорость выбирать, каким ты хочешь быть быстрым. О, а что ты на жопе? А что ты на жопе скользишь? Я тоже хочу на жопе скользить, подожди. Что это за у меня за рахит, смотрите? А что это? Из-за того у тебя зубы белоснежные. Да, они же даже светятся. Да, а мне не блестят почему-то. Блестят. А, ну у тебя просто Бонни, он не хочет блестеть. Я Бонни, у меня ничего не блестит. Так, поехали на жопе в пиццерию. Мы едем в пиццерию. На жопочке своей. Так, давайте смотреть, что тут есть. А что, я так и буду на жопе скользить, что ли? Ну да. А мне нравится, в этом есть какой-то прикол. Ребят, если вам нравится, ставьте лайк. Потому что нам нравится. Так. Блин, Бонни прикольный такой. О. Знаешь, прорисовали так их красиво. Пицца висит. Свежая. Да, ну ты знаешь, может... Пахнет. О, это шняга, как в Гаррис моде. Так. Что у нас? Колодец. Колодец, да, воду пить. О, тут куча всего, идите сюда, тут порашу есть. Порашу не заказывали? Смотри, Димас. О, точно. Вот и так. Так, сейчас делаем свои дела и встаем. А чё как-то стрёмно, как будто я пью воду с него. Не-не-не, я воду не хочу в туалете пить. А то я вижу, кто-то вроде не смыл. Не-не-не. Блин, я угораю с этого. Это вумен, это женский. Так. Сейчас я подмоюсь, подождите. А, хорошо. Что-то подлагивает, когда я там сижу. О, все, прошло. Все, нормально. Так бывает. О, тут коробки прикольные, смешные, смотрите. Ой-ой-ой. Как-то странно, оно идет рывками, не заметили, не? Ага, да-да-да, что-то какая-то фигня с ней творится. Тут меню, эларм. Тут что, можно проходить сюжетку? Может. Знаете что, мне кажется, вот эта комната, она туда лучше не заходить вообще. Понял, выходим скорее, ребят. Ну, даже, наверное, только открылся режим, он свежак.
Может, запилят еще? Или знаешь что, Димас? Или мы просто зашли троем и переполнили сервер, все задудосили. Ага, дудос сервер. Да не, навряд ли. Просто те комнаты подлагивают чуть-чуть. Так бывает. Так, а что мы дальше не пошли, не посмотрели? А я хочу другого взять. Дима, сейчас пойдем. Я хочу взять... Балунбоя! Чилипиздрик. А как чилипиздрика взять? Димас, тебе понравится, тут вентилятор смешной. Так, сейчас, подожди, я хочу... А как обнулить свой скин? Как... А, я вижу. Вот, я вижу. Вот тут, там, да. О, ребята, я лысый! Даже у него глаз! Та-ра-та-ра-та-тай. О, Димон, я вижу вышку вдалеке. Видишь, куда я смотрю, там вышка есть? Потом туда сходим. Да-да-да, потом. Так, так, так. Я хочу быть челика маленьким. Ребята, я ни разу балунбоем не был, наконец-то я. Балунбой 40 лет спустя. Та-ра-та-та-ра-та. Нет, Димон. Блин, смотри, какая у него на голове вертушка прикольная. А чё у него уши как-то сбоку? Они ж не так должны быть. Знаешь, на кого он похож, Димон? Помнишь, такой есть фильм старый, Гремлины? Вот он на Гремлина похож. Усатый Гремлин. Да-да-да. Пошли на вышку. Я хочу на вышку челиком своим сходить, жопатым. Так, давайте скорость повыше сделаем, побольше. Так, вот у меня супер-мега-скорость. А, пиццерия очень большая, кстати. Мы еще не везде были там. Но я хочу на вышку подняться. Погнали. А, мы когда в друг друга заходим, лагает. Все, я понял. Да? Да-да-да, в друг друга нельзя заходить. Ай, блин. Поэтому люди... А что, вы туда прыгнули вниз, что ли? Ну, я упал, я не прыгал. Лабиринт. Лабиринт. Как ребенок, радуюсь. Ну, это, короче, понты. Я, короче, попробую лабиринт пройти. Кто со мной? Я не могу даже в лабиринт упасть. Ну что, ты толстый. О, я и так его прохожу. Только я сверху, смотрите. Я могу камеру отдалить? О, я могу... А, нет, камеру не... А, могу камеру отдалить! Та! Вот это имба! Вообще халявщик. Так, не толкайте балунбоя, он жирный. Малый. Так, кого еще взять? О, я буду... О, так тут еще есть. Ёлки-моталки, трусы на палке. Вон, да, я вижу. Ого, ребята, смотрите, сколько аниматроников здесь. Ну-ка. Ого, даже сзади пиццерии есть. Идите сюда. Вот тут самые прикольные. Ну-ка, покажу. Ребята, если знаете, с какой это части, напишите в комментариях. Потому что я не знаю. Откуда вообще этот? Димас. А что? Димас, смотри. Что это такое? Ну что это за говно такое? Так должно быть, что ли? О, два один на один все понадеваю, что я будет? Я не знаю, я просто... Я просто... был. О, Даша, ты пингвин! Я пингвин. Блин, надо обнулить. Все, я побежал, обнулю себе скин и приведу сейчас. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Быстро бежи. О, я надеваю друг на друга. О. Вот это режим. Поугарать. Что это у тебя такое? А где вы скорость тут берете? Хотите прикол? Хотите прикол? О, смотри. О, ты это как докториха. Я стал невидимым. Ого, не, это сильно быстро. Тихо. Тихо, дядька, не бежи так. О, более или менее. Вот это скорость. Я флешка. Ого. Треть. Вот так вот быстро бегает. Так, да. кого еще взять? О, я возьму марионетку. Не, возьму вот этого, что это у нас? Пингвина. Буду пингвиненышем. Ну-ка. У него анимации нет. А как его зовут вообще? Пингвин просто? Пингвин так и называется. А ну, я вокруг его бегу. Мне кажется, этот режим очень странный, вам не кажется? Мне кажется, что он очень странный. Прям совсем уж. Так, я хочу сейчас возьму еще какого-то аниматроника и пойду в пиццерию. Я буду на жопе скользить. Мне нравится на жопе скользить. Так, а тут они еще какие-то должны быть эти всякие штуки. Вау, это такое. Так, я хочу взять. Фредди, так, заскакивай. Так, давайте все реально обсмотрим здесь. Shadow Bunny. Ого, тут компьютер крутой, и тут куча ярлыков. Как у тебя? Во, я директор. Где? Это ты что ли сидишь тут? Да, я сижу, я директор пиццерии. Смотри, сколько у меня на рабочем столе ярлыков. Ну-ка покажи. Смотри, 4К экран. Ну, давай это 8К, не путайте, пожалуйста. А клавиатура есть? Какая бомбейская. Какая-то здоровая. Класснючка.
Так. Ладно, продолжаем изучать эту пиццерию странную. Пойдемте в саму комнату охранника. Димон, это не вентилятор, это, короче, белка в колесе, знаешь, бегает, типа. Очень похоже. О! Здравствуйте, что у вас, как тут у вас сегодня? Чаю мне, быстро. Чаю мне. Все, сейчас побегу, сейчас принесу чай. А то у меня тут кола какая-то, похожая на нефть. Темная. Так, все, держите чай, держите. Так, давайте. Повернитесь сейчас. О, кто-то обоссался, смотри, тут вода. Вода на полу. Здесь так. Вентиляция, прям аниматроники во весь рост могут заходить, спокойно. Оп, взял, зашел, прошел. О, а если я возьму скорость и буду на жопе быстро скользить? Я машина! У меня дым из жопы аж идет. Собака с этими, с глистами. А где собака с глистами? Так, кого еще могу взять сверху? Я, короче, какая-то мангел, которая что-то приняла. А если я упаду, что будет? Прощайте, друзья! О, смотри, я теперь потлатый. Покажи. Да нет, ты обычный. Ну, волосы появились. Так, возьму скорость. Пойду тоже возьму, какой-то один на один наложу, чтобы смешно было. Погнали. Давай. Так быстро бежит. Так, я возьму... Как-то странно, у меня голова чуть-чуть видно. Ну, видно, что я в костюме. Ой, Димас, я какой-то... А что это за кусок с едой? Это подарок, держите. Вот ты гонишь прямо на голову, мне ляп только и все. Это я вообще-то эти договорю. Я понял, я понял. Нет, не трогай меня. Я буду пингвин еще. О, что быстро стал ходить? О. Обезьяной стану. Я попробую совместить. А, не налаживается один на один. Это не всегда один на один. Как-то скорость у меня появляется, то пропадает. Видно, режим еще будет долго-долго делать. Это от аниматроников зависит, какая у тебя скорость. Понял. Ой, волосы появились. О. Я хочу быть большой головой. Ого! Вот это головень! Просто жесть. Я Чика из металлолома. Чика из металлолома. Здоровый, так я в тебя залезу, посмотрю. Не трогай, уйди. Не трогай меня, я голова. Большая голова. Сейчас я буду быстро бегать, ты меня не поймаешь. Все, прощайте, я полетел. О, это что тут такое? О, Димон, иди сюда. Я видел. А ты видел сдалека, на что это похоже? Да, на обезьяну. Это на Фредди или на какую? Обезьянная Фредди. Или Фредди обезьяна. Да, наполовину. Ой, я буду Фокси. Вот это ништяк такая, это, штука. А ну, Бонни можно еще взять? Может, с разных частей налаживается? У меня что-то глаз вывалился. О, Димон, а теперь как обратно. Ты, я братуха твой. Ну, не совсем. Твой братушкин. А, Даша, где твое туловище? А у тебя глаз не выпадает. Ой. Я подарок, я картошка фри. А, точно. Ну да. Ох и скорость у меня, жесть. До марионетки дотронулся, и она стала быстро бегать. О, давайте забег вокруг пиццерии, кто быстрее. Да не, ты читер. Даш, давай, кто быстрее вокруг пиццерии. Давай. Отсюда. Ой, начнем. Чересчур быстро у меня скорость. Да, вот где ты? Так. А ты кто, Димон, с Фредди? Я сейчас обнулюсь. Так, тихо. Я буду... О, все, давайте, кто быстрее. Я буду марионеткой. Я тоже марионетка. Не знаю. Я какая-то стрёмная. О, девочка к нам зашла какая-то. Камила. Какая? Вы что, будем забег делать? Давай. Давайте, раз, два, три, погнали. Ой, у меня бег медленный. Так нечестно, но я первый. Ах ты, нет, ты не первый. Я первый. Ничего. Ну так нечестно. Как вы такую, я тоже хочу такую скорость, она стоит. О, во, красная. Теперь я быстрее вас, смотри. Блин, дотронулся до угла этого вонючего. Пингвин вроде быстрый, когда до пингвина дотрагиваешься. Можно такие прям скрещивания аниматроников делать классные. В этот режим разработчики и задумывался, что надо разных аниматроников друг с другом скрещивать.
Да, да, да. Тут баллон бой, кстати, очень разные есть. Есть такой с поломатым шариком, и глаз у него выбитый. Вы видели? А в руках Вантус. А нет, это не Вантус. Или Вантус. Так, ух, а какой у него. Не... Смотри, какой баллон бой страшный. Ну так стрёмный, стрёмнее некуда. Я прям всех покажу аниматроников, какие тут есть. Да. Там мы пробегаем. У вас тоже пиццерия немножко сзади багается полоска? Да. Понятно, я думал, это только у меня. А ну если я возьму эту кабаку. Вот эти прикольные аниматроники. Ничего себе, у тебя яркий цвет. Бонни без лица. А у марионетки юбка. В виде шляпы. Димас, смотри. Ты видишь меня? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.